Снимаешь? Угу. Снимаешь? Да. Я боюсь. Сейчас мы идем обследовать местность. А в ближайшее время... В ближайшее время попробуйте туда залезть наверх. Но сейчас темно, поэтому навряд ли сегодня это удастся. Нам профессионалы сказали, что не стоит сегодня. Походу, там охраняются собаки. Такие же дикие. Как? Они опасны. Я не хочу 20 секунд уже. Вот мы уже рядом. Осторожный гамбар. Да, русский экстрим тут покурят. Знаешь, нужно ходить на громадных платформах, потому что куча стекла. Уже что-то начинает проясняться. Макс, я все вижу. На два этажа здесь только не этаж. Ну тут днем снимать, здесь солнце больше. Это все тут громадный офис. Поэтому надо снять. Покруче, чем Blair Project. Вообще ничего не видно. Тут можно нос разбить себе. Все что угодно. Вниз спокойно можно спуститься. Но вниз не так интересно, дневное время суток. А прикольно был труп найти сейчас, да, в темноте? Мог там один стоит. Туда пойти, может, туристов куда-то возить, как на смотровую площадку. Офигенько это все смотрится. Озеро одном. Санитарная зона называется. Там к нам мужик подошел с палки и показал нам. Это было со мной. Да, ну и с Лемкой. Удостоверение личности попросил нас убраться. Вежливо.